Либо вы управляете вашим днем, либо день управляет вами. Я не жертва обстоятельств, я результат моих решений. Наука – это организованные знания. Мудрость – это организованная жизнь. Два самых важных дня в твоей жизни. День, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Все дело в мыслях. Мысль – начало всего, и мыслями можно управлять. И поэтому главное дело совершенствования – работать над мыслями. Каждый хочет изменить человечество. Но никто не задумывается о том, как изменить себя. Люди забудут, что ты говорил, что ты делал, но никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать. Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. Наше сознание – это все. Вы становитесь тем, о чем вы думаете. Не столь важно, как медленно ты идешь, как то, как долго ты идешь, не останавливаясь. Процентов успеха – это появиться в нужном месте, в нужное время.
все, что нас раздражает в других, может привести к пониманию себя. Всякая мысль подобна тесту. Стоит помять ее хорошенько, все из нее сделаешь. Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью. Беда не приходит одна, но и удача тоже.